Итак, отдел по борьбе с незаконным оборотом тупых вопросов. Здравия желаю, товарищи! У нас тут весело. Итак, значит, у нас тут сегодня образовались немножко письма. А вот с тупыми, ну и не очень вопросами. Сейчас мы тут разберемся и посмотрим, что тут у нас. Так, первое письмецо у нас от Сергея. Пишет нам Сережка. Так, здравствуйте, мне 35 лет, вес 65 кг, рост 165 сантиметров. Начал заниматься ровно год назад. Мой максимальный жим лежа 90 кг, вырос 67,5 кг. Присед сильно отстает, где-то тоже на уровне 90 кг максимум. Чем можно заменить приседание, так как у меня больные колени и мой прогресс в жиме лежа нормальный для меня или слабоват? Ха-ха! Вот как они любят спрашивать про свой жим лежа. Такие, о, понтануть, у меня 90 кг. Ну, Сережка, я тебе так скажу, для кого нормально, для кого не, а вообще для каждого индивидуально, потому что я при 65 килограммах жал 120-125 килограмм, так что у всех по-разному. Отлично. Так, идем дальше, смотрим, что там у нас. Так, ага, пишет нам Артур. Короткое такое сообщение, да? Пишет он нам: напишите, пожалуйста, все, что позволяет набрать массу, протеин и так далее. Ух ты какой, бляха-муха, ты смотри, ничего себе, все секреты прям он хочет знать, такой на шару повыдать. Ты все ему напишите, кто имеет. А не офигел ты, Артурчик? Ха, такой, блин, ничего ему советовать не буду. Так... Алексей, здравствуйте, такой вопрос, собираюсь курсануть второй раз метан с энкой. Первый раз дозы были метан 40 мг, тест энка 500 мг, значит второй курс уже должен быть такой, доза метан 50-60 мг, а энки по 750 мг, так ли это? Откуда они, блин, берут, что надо постоянно дозы, типа, увеличивать? Это, как бы, загадка для меня, не знаю, блин, какие-то дегенераты напишут всякие, это самые, статейки дебильные в интернете, где там слоновые дозы. Вот эти вот начитаются, потом начинают по 150 тысяч миллиграмм в сутки принимать. Вот, вообще, дозировки увеличивать не надо. Если вас прет, там, от каких-то доз первоначальных, которые вы начали принимать, то на них и сидеть, увеличивать не надо, потому что чем больше увеличиваешь, тем больше резистентность увеличится. Ну и, соответственно, время отдыха тоже нужно тогда увеличивать от курса к курсу. Так, смотрим, что там у нас. Так, ага, пишет нам Елена. Доброе время суток, хочу быстро скинуть набранные 5 килограмм за месяц. Месяц не занималась вообще, вышла на тренировку, сразу заметно упали все показатели и вес еще. Начала пить кленбутерол по схеме. Так, схема нам неинтересна. Так, 13 дней уже пропила. Сегодня... по 13 дней. Так, ладно. Сегодня третий день вес стоит на месте. Тренировки через день, силовые в конце кардио, иногда между сетами кардио по 5 минут. Девочка знакомая пила за 3 дня, а много скинула, знакомые тоже, при этом даже в питании ничего не менял. И как быстро я приду назад в форму с помощью кленбутерола, мне надо за 2 недели побочки, трясучки, нет, немного сердцебиение бывает сильное, и все, и быстро проходит. Ух ты, какие быстрые, прям как эти самые, бляха-муха. Серпом по яйцам.
Ну, блин, охренеть, за три дня она хочет прям там скинуть 5 килограмм, или 150, или 200 там, или что там она, короче, мечтает. Такие, блин, шустрые, как будто я не знаю, у меня гиперактивные какие-то ребята. Как по мне, так это можно и без клинбутерола обойтись вполне диетой за несколько недель, 5 килограмм, в принципе, не вижу вообще никаких проблем. На диету сел, да и все. Просто, блин, как говорится, этот хлеборез прикрой и все дела. Так, что там у нас дальше? Аминокислоты. Итак, пишет нам какой-то сам, не наш какой-то. Так, купил аминокислоты, теперь хочу перейти и на Туринабол соло. Можно ли совместить Туринабол с аминокислотами? Ни хрена себе какой. Так сам у нас оказывается радикал, ни хрена себе. Ты с аминокислот сразу на Туринабол, так она еще и можно совмещать их-то. А нет, совмещать не можно. Войдут в реакцию, короче, зашипит в крови прямо там, как шипучка будет, и, короче, отбросишь копыта. Гремучая смесь вообще будет, прям через глаза полезет. Через все щели. Невероятно. Просто ужас. Очуметь можно. Вот такие вот у нас сегодня письменца были. Так что до скорых встреч, ребятки.